город в дыму, просто весь в дыму, это не туман. Время около 3. А на улице пипец, туманище. Так называемое. Это дым от горящей свалки, скорее всего. Хотя запах гари вроде не ощущается. А нет, ощущается. Еду сейчас в другой конец города. Сейчас посмотрим. Так весь город в такой задымленности. Видимость метров 50, наверное, не больше. То даже, наверное, меньше. Километров в час. А возможно и туман.
Сейчас посмотрим, что за пределами города вот. Пожарная машина проехала. Вот я уже на окраине города и без изменений.
вот я на полевой. Сейчас будем смотреть, что дальше на выезде. Последнее уличное освещение. Вот выехали из города, картина не меняется вообще. Ну вот приехал в Нечаевскую, тут такая же картина, вообще ничего не видно. Подъезжаю к платформе. Приехали в Чарусти. В Чарустях такая же картина. Все в тумане. Приехали в Москву, и в Москве 8:30 утра, и туман.